Привет! Ты на канале CaseStreamer, мы возвращаемся в Nordic Ashes. Версия 13.9.1. С момента нашего последнего забега было внесено довольно много изменений. Игдрасиль. Добавили следующее улучшение. Мини-карта 2. Увеличение вероятности выпадения предметов из ящиков и врагов. Увеличение вероятности получения реликвий повышенной редкости в магазине Гноки. Улучшение золотого рудника. Больше золота. Скорость майнинга. Отскоки. Проникновение. Крит урон. Насчет скорости снаряда не уверен. Но это еще не все. Добавили обменник реликвий. Теперь семена можно обменивать не только на листочки для Игдрасиля, но также на них приобретать стартовые реликвии. Значит, у нас есть ограничение 10 энергии. Вот на эти 10 энергии мы можем набрать стартовых реликвий. Будут действовать они всего один забег. Ну, естественно, мы не бесплатно набираем, а за семена. Так, у меня не выполнено довольно много достижений. У меня есть какое-то простое достижение, которое я никак не выполнил. Это пройти Нифельхейм за Блада. Эксперт или выше. Вот давайте это сделаем. Так, давайте возьмем себе вот этот тяжелый камень. Плюс 5 к урону. Так, Блад отправляется в Нифельхейм. Давайте режим эксперт. Посмотрим, как тут что работает. Не напряжненько. Что-то не видно эффекта. О! Зеленое сердечко. Сейчас мы получим level up. Смотри, вместо уравнитесь написано новый уровень. Ну как так? Зачем такие выражения-то менять? Ух ты, смотри сколько, давай еще. Лучше, конечно, кристаллов бы дал. Хотя, в принципе, какая хрен разница, мы на таком уровне сложности играем. Ну еще. Ну что ты жмешься-то, но... А, я еще не прокачал даже летучую мышь. Вот что значит, давно не практиковался. Не, ну давай урон. Крит. Перезарядка. Ну ладно. Партнера. О, сырочек. Печенье с маслом. Давай еще тогда. Запятак. Замораживаешь. Ну давай. Вот эти деревья еще появились. Непонятно, чего они дают. Ты понимаешь, что они дают? Я вот поленился читать описание обновы. А это прям самое последнее, что было введено. Это вот эти деревья. С семенами. Так, яичко дракона. Самое обидное, в яйце дракона на обычном забеге, не на... Nightmare, а вот в обычном, получить купон на скидку. Потому что когда его получаешь, уже в магазине не покупаешь предметы. То есть там только улучшение характеристик. Ну и сундуки.
Баблишка, неплохо. Так, давайте книжку возьмем. Мне нравится 7 слева. Лучше бы это исправили, а уравнитесь оставили. Не-не-не, давай урон. Падла. Урон, скорость снаряда. Ну, кончай издеваться. Ну, ты прикалываешься, что ли? Просто гнидоед, гнидоедович, гнидоедов. Просто у книжки есть режим этот нон-стоп. Там просто вращается, там вообще похрена какая-то. Там просто кольцо, по-моему, создается и все. Так, бабки сюда. Неплохо. Так. Давайте нож для масла. Что фигня? Что это фигня? Там дополнительно исцелить. Лунный клык. Сейчас будем практиковать укусы вампира. Хлебушек. Мешок с бабками. Это хорошо. Это всегда кстати. Так, лосось. Так, что-нибудь поможем прокачать? Давайте. Давай урон. Мало золота. Очень мало золота. Как мало у меня хпшки.
Так, ну рудник-то как? Баблишка. Нормально. Все самое главное взяли. Ну что такой слабенький урон? Как-то они умудряются меня зацепить. Давайте призыв вот этих летучих мышек. Вон потусоваться, дождаться, когда яичко. Вдруг там скидка будет. Главное, скидка не в конце получится. Блядь. Корой, я вот даже не понял, к ней надо ближе подходить. Как вообще с ней справиться-то? Но она настолько неудобная. Так. Смотри, сколько у меня бабок. Так, давайте подумаем. Значит, смотри, я покупаю копье. Это копье я ясен хер продаю сразу же. После этого я что делаю? Я делаю вот так вот. И покупаю зеркало. Это как? Вот это... Уровень. Вот это умение гамать. Задницу это лук. Ну этот посох мне нравится. У меня непонятно будет возможность его прокачать. Лучики там крутит. Приятно. Да не, наверное, не нужно мне. Что-нибудь другое. О, гноки. Да, в принципе, все, можно, наверное, уже ничего не брать. Или как? Ну, до 250, да, наверное, все-таки невыгодно. Давайте тратить. Да. Точно. Лапка. Ну это шляпа. Ну отбил. Инвестиции. Ну это херня просто какая-то. Камешек какой-то там. Что у нас тут? Перезарядка 50%. Давайте перезарядку. Ну еще что-нибудь интересное это будет. Ну-ка можно вот эту херню предлагать. Заколебал уже. Вероятность более редкой херни.
Ледяной шар. Тоже. Да будут еще бабки. Обожженные враги. Ну ясно, шляпа, короче. Все, пошли. Отсюда. За пятнарик, ну давайте возьмем. Не ной. А он себе волосы, что ли, покрасил? Ну, и что там нам улучшили? Длительность 25%. Ну ладно. Снежинка. Давайте снежинку вашу. Смотри, мы заработали 125 семян. Чуть меньше, чем нихера. Так, неплохо, неплохо. Каша, два синих сердца. Давай. Так, надо, кстати, докачать-то вот эти штуки еще. А выгодно нам вообще качать? Наверное, не выгодно. Где мой золотой рудник? Давайте этот меч возьмем. 4 минуты. 4 минуты еще. Ждать яйцо дракона. Так, чем порадуете? Ну, что-то более редкое. О, снаряд, отлично. Да, обычный уровень сложности никакой сложности не представляет из себя.
просто выносишь всех. Баблишко надо только собрать. И сундуки. Две минуты. Ну ладно, можно в принципе оставить, вдруг бабки все-таки понадобятся. И покупки. Оставим и кристалл. И лавлапы. Сколько ж денег не собрано? Отец. А финальный босс это мать. Деньги девать некуда. Ну все, тогда надо разбираться с боссом. Так, отсутствие иммунитета у противника. Надо мне это? Наверное, нет. Вот эту штучку надо взять. Снаряды. Ну опять это шляпа. Шляпная, ну несерьезно, ну слушай. Ну а где реально редкие вещи-то? Ну, Гноки, ты издеваешься, что ли? Ну, ты просто бабки у меня решил забрать. Говноед. Ну тут посмотри, ну одно и то же, но. Поджарь Гноки. Все, последний. Ну, такое себе прям. Охренеть надо, короче. Все, Гноки, ты меня расстроил. Давайте еще посмотрим. Ну как можно одно и то же предлагать, но... Хоть кубок давай возьмем. Все возьмем. Погнали. Не то использовал. Но хотя какая разница? Противник все равно слишком слаб. О, щит дали. Где это так? Упал уже? Ну ты, ну бас.
Так, тут чем порадуете? Вводит уже перезарядку. Давай. Больше мышей. Уничтожаю просто пачками. Еще летучих мышей давай. Шесть секунд. Коннект. А, можно взять вот эти штуки. Давайте возьмем эти. Ну все, с щитом, с двумя жизнями, с кучей бабок. Еще немного урона летучим мышам. О, за 7 уровней щит такой. Баблишки что-то не подобрали. Но у меня кольцо есть для подбора баблишка. А, давайте возьмем. Все, максимальное количество денег. Так, давайте прокачаем вот эту штуку. Ну давай урон уже. Гаденыш. Не-не, обязательно урон. Да не нужно мне ничего. Сейчас мы возьмем только чего-то. А вот это что? Давайте нон-стоп возьмем вот так, нон-стоп.
Ну видишь, мать, потерял сразу столько, сколько в теории только могла потерять. Да, но она, конечно, активно вот запускает шипы. Надо как понять, как тут стоять. Блин, я что-то ритм не почувствовал, прикинь, она меня замочила. Да, но шанс-то у нее все равно нихера нет. О, подвеска расширения. А что она дает-то, подвеска? Летучие мыши. Огромный урон. Так, и сколько у нас там листочков-то теперь? 7 листочков. Куда мы их можем засунуть? Увеличить вероятность получения реликвий повышенной редкости. А, 12. Это 7 это если вдали. Крит урон на 5%. Не, ну это тоже шляпка. Количество голды. Да, и крит урон. Так, что нам надо вообще выполнить? Нам надо было пройти Нифельхейм в режиме Рагнарёк. Муспельхейм в режиме Рагнарёк. Так, мне надо за Блада еще Йотунхейм пройти. Ванахейм за Хансе. И 5 снарядов за Беги. Я, наверное, пройду все, ну, большую часть не на запись. И потом надо будет накопленные семена. Ого. Но на старте-то это полный отстой. А, и взять... Что-то мощное на старте и отправиться на Рагнарёк максимальный в Муспельхейм. Думаю так. Надо подкопить. Значит, где-то несколько сотен, да, дают. А нам надо пищонку, наверное. Получается, нам один предмет. Какого там, ага, вот 700 требует. А седьмого, по-моему... Который 7 энергии, он жрет еще больше. Он 1000 требует. Значит, ну где-то 1500 семян надо. 1500 семян и сыграем Рагнарёк. Как так? Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.